Дорогие друзья, наконец-то икона Святой и Живоначальной Троицы вернулась на круги своя. В Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 22 июня 2024 года. Мы поистине с вами присутствуем на историческом событии. Будем надеяться, что возвращение этой иконы послужит тому, что будут отданы и другие иконы, хранящиеся в музее, отданы Русской Православной Церкви, народу Божьему на поклонение, на молитву. Ведь мы не будем забывать, что это действительно принадлежит Русской Православной Церкви, то есть всем нам. А раз вернулась икона, которая написана была в начале 15 века святым преподобным Андреем Рублевым, в Свято-Троицкую Лавру, то есть надежда, что будет возвращение и других святых. И мы не только надеемся, но и свято верим в это. Святая Троица вернулась. Святая Троица вернулась. Вернулась на круги своя. Рука Святейшего коснулась иконы. Чад благословя. Монахи Лавры поклонились, хор Святой Троицы запел, души пресветлые молились, государь русский преуспел. Святое таинство свершилось, омылись благостны сердца, Святая Троица лучилась, являя промысел Творца. В обличье ангельском пришла Святая Троица Рублева, с напоминанием в храм вошла. Сначала было Божье Слово, взошла в священную обитель, покрывши всю святую Русь, благословил чад Вседержитель. Сбылось предание, вернусь, святое таинство свершилось, омылись благостны сердца. Святая Троица лучилась, являя промысел Творца.